В поселке Октябрьский Чунского района Прибайкалья сегодня ночью горела участковая больница. Сигнал тревоги поступил в дежурную часть от срабатывания пожарной сигнализации, расположенной в здании. К моменту прибытия спасателей огнем была объята лаборатория для забора анализов. Она была расположена на первом этаже деревянного строения. В момент пожара внутри больницы находились сторож и диспетчер. Они смогли покинуть здание самостоятельно. Во время тушения спасатели были вынуждены выбить несколько окон для того, чтобы добраться к очагу. Всего площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые должны установить причину возгорания. Но сейчас вообще решается вопрос, надо срочно провести косметику. И сейчас поддерживается тепловыми пушками тепловой контур. Окна закрыли, чтобы не разморозить отопление. Где кабинеты врачей находились на противоположной стороне здания, они были все закрыты, то есть они не задымлены. Только вот сам холл, коридоры надо срочно делать.